Добрый день. Сегодня хочется показать два варианта, два набора. Можно делать больше, можно меньше. Ну, например, три чаши всего. То есть самый бюджетный набор из хороших чаш, чтобы они звучали. Ну, в данном случае можно использовать... Я убираю бумажки, чтобы они не звенели, потому что когда играешь... Бывает. Ну, например, 11 сантиметров. Здесь 12 сантиметров с половиной. И чаша 15 сантиметров. Это все чаши тигровый глаз, 7 металлов, которые могут быть даже full moon, если их ковали в полнолуние. Вот. А второй вариант, это, например, чаша 10 сантиметров, 10,5. Меньше 10 чаш уже давно нет. Если кто-то хочет, я не знаю, где такие найти с хорошим, тем более, качеством. Значит, 10, 12, 14. Не хочу брать чаши впритык, то есть можно взять 10, 11, но тогда как бы это надо уже брать набор 6 штук. Вот они все друг в друга влезают. Вот, но если хочется сэкономить, все-таки, чтобы что-то было. А две чаши это всегда лучше, чем одна. А три, разумеется, еще лучше. Вот. Поэтому можно таким образом поступить. И при цене за 100 грамм в 9400, да, у нас получается набор. Это где-то 500-600, то есть около... Всего лишь около килограмма, кило 100. То есть за 11 тысяч можно купить 3 хороших чаши и играть на них. Даже получать удовольствие. Вот, ну, надо представить, что они могут. Вот такие вот наборы. Thank you.
Ну, такие два набора. Они мне оба очень нравятся. Очень простые. Это недорого, это приятно. Вот три чаши. Они много что могут. Маленькие чаши, особенно Full Moon, они достойны внимания. Именно почему я их и взял много. У них плотнее металл. Покупая маленькую чашу, такую 15-ю, вы уже покупаете. Ну, получается, что по звуку она может соперничать с чашей 20 сантиметров. Пятиметальной, например. У нас со светом какие-то проблемы. Пора. Выкладывать запись, наверное, пора. Спасибо за внимание.